Спасибо, студия. Доброе утро, Красноярск. Сегодня вы у меня в гостях, и мы с вами будем заниматься, чем бы вы думали, самолечением. Во-первых, конечно же, напомню, что самое главное, что если вы вдруг заболели, чувствуете себя очень плохо, температура высокая, конечно, нужно в первую очередь обратиться к специалисту. Все, Антон, я это сказала. А теперь, значит, к моим методам лечения перейдем. Если вдруг вам необходимо выздороветь за один день, это сделать возможно, но только, конечно, если вы не обладатель различных вредных привычек, ну и иммунитет у вас такой более-менее крепкий. Во-первых, что помогает для иммунитета лучше всего? Вот, собственно, чеснок. Можно его есть прям много. Вот сколько можете съесть чеснока, столько и ешьте. Можете его еще везде по дому раскидать. Он не только отгоняет вампиров, но при этом еще и будет вас защищать от различных там вредных вирусов. Вот, раскидываем по дому чеснок. Да, Дима, хорошо, на, держи. Тебе тоже чесночок подойдет, а то вдруг заразишься от меня. Так, следующий момент. Очень важно, как можно больше пить. Прям кипятим чайничек. Есть у нас, смотрите, вот брусничка. Брусничка есть. Она очень вкусно пахнет. Вот. Очень вкусно пахнет. Можно различные чаи также себе заваривать. Как можно больше жидкости за этот день, чем вы выпьете, тем лучше. У меня вот, например, есть привезенная от бабушки мята. Вот ее сейчас мы как раз заварим. Вот, немножко совсем можно ее взять. Ничего страшного, потом уберусь. Потом очень важно, как можно больше цитрусовых. Лимон я, к сожалению, вчера весь съела, поэтому у меня остались вот только мандаринки, чтобы вам показать. Также, собственно, можно полоскать горло, нос. Есть различные, как в принципе, как капельки, но капельки-то мы не особо приветствуем, мы же лечимся по бабушкиным методам. Так что вот лучше всего какие-нибудь масла, которые можно... Вот масло чайного дерева, персиковое масло очень хорошо помогает от насморка. И уже себя хорошо чувствуешь. Сейчас мы чаечек-то заварим. Вот, завариваем мяту. Можно туда добавить мед. Про мед не забываем, это тоже очень вкусно, очень полезно. Есть у нас еще такая вещь, как картошечка. Вот над этим можно подышать. Она уже остыла, ну ничего, мы подогреем. Ну и самое важное, что помогает от вируса, нет, не самое важное, но вот второе, наверное, по меркам важности, это горчичный порошок и горячая водичка. Вот, как можно больше насыпаем. И минут 15-20 можно ножки погреть. Ну и еще при этом не забываем есть и... Ой, как горячо. Еще самое важное, что есть, это, конечно же, сон. Крепкий сон самое полезное. В случае, если вы простудились, если болеете, то обязательно, ну, это как в любой непонятной ситуации, как говорится, ложитесь спать. Поэтому вот, если хотите быстрее выздороветь, попили бруснички, попарили ножки и спать легли. Передаю слово вам, студия. Надеюсь, вы себя прекрасно чувствуете и не нужны вам все эти методы самолечения. Ну и опять же повторюсь, если что, то к специалисту.